Во дворе многоквартирного дома номер 20 по улице Мира для детей организован целый игровой комплекс. А цветочные клумбы радуют и детвору, и взрослых. Жильцы дома рассказали нашим корреспондентам о своем любимом дворе и выразили желание, чтобы о нем узнали и другие белореченцы. Первое, что бросается в глаза при входе во двор дома номер 20 на улице Мира, это пышные цветочные клумбы перед каждым подъездом, которые выделяются не только яркостью, но и разнообразием. Жильцы выбирали для посадки цветы на свой вкус, и здесь представлена практически полная цветовая гамма. Ухаживают за клумбами тоже всем двором. Жильцы дома стараются постоянно преображать вид дворовой территории и все время украшать ее новыми деревьями и цветами, а также поддерживать здесь чистоту и порядок. Согласно их словам, каждый по мере сил старается участвовать в благоустройстве. Значительно помогает и управляющая компания. Мы близко сотрудничаем с управляющей компанией «Управдом». Лидия Васильевна нам помогает, выделяла краску, помогла в ремонте наших подъездов. Также в дальнейшем собирается нам помогать. Также на обоих въездах во двор общими средствами установлены автоматические ворота. Самое большое богатство нашего дома – это наши жильцы. Они дружелюбны, чистоплотны. Дети, вот у них возраст разный, но играют без ссор. Детей во дворе много, и поэтому ребятам принадлежит большая его часть. На детской площадке с горкой и песочницей жильцы регулярно обновляют краску. Также неподалеку от нее собственными силами установлен и новый спортивный комплекс. Рядом с ним свободное пространство для подвижных игр. А на лето во дворе установлен еще и бассейн. Достаточно просторный, чтобы вместить всю детвору. Главная цель взрослых – не только дать ребятам возможность проводить свободное время интересно и с пользой для здоровья, но и вырастить детей в атмосфере заботы, веселья и крепкой дружбы. В мечтах жильцов построить еще и большую беседку, в которой по вечерам они смогли бы собираться всем двором. Илья Никитенко, «События и люди».